Наша армия, гордость президента, временно уступает паразитам-насекомым. А сколько у нас призывников? Чуть больше 30 тысяч. Ага, а сколько из них имеет высшее образование? 8 тысяч. А какой процент поддерживает оппозицию? Чуть меньше четверти. Значит, около 1000 подозреваемых. Алло, Петрович, здравия желаю. Ну, как ты? Слушай, я тебя по поводу интернета беспокою. Ну, да. Скажи, как нам накрыть эту крысу среди призывников?